Приветствую, друзья! Меня зовут Елена, я живу в Лас-Вегасе, и я хотела бы поделиться с вами гром гремит. Я хотела бы поделиться с вами буднями риэлтора. Сегодня я вам покажу новый дом, на котором, который как открытый дом. Что значит открытый дом? Мы расставляем знаки. Сейчас я вам покажу. Вот такие знаки со стрелочками вдоль дороги, направляя людей, которые интересно посмотреть. Вот open house, это значит открытый дом. И вот такие стрелочки вдоль дороги мы расставляем, чтобы людям было легко найти этот дом. Вот еще один знак, то есть у нас два знака стоит. И напротив дома стоит такой столбик, на котором тоже написан номер телефона. И вот такой ящик, в котором flyers. И на этих флайерсах написано, что на этом доме. Добро пожаловать! Вот здесь благоустроенный такой уголочек. И пройдем. Значит, здесь я вам расскажу немножко о доме. Сейчас я обувь сниму, потому что обувь шумит и мешает делать видео. Значит, дом из 4 комнат. Ну, давайте я сразу вас проведу по дому. Здесь ванная комната. Это детская ванная комната, скорее всего, потому что здесь 2 раковины. И вот такая она немножко благоустроена. Они немножко здесь постарались, повесили полотенчики. Вот, посмотрите, какая кафельная плиточка хорошенькая. Такой очень приятный светлый цвет. Это первая спальня. Она, наверное, 3 на 4 метра, такая небольшая спальня. Здесь маленький шифоньер, ну, так сказать, кладовочка такая. Здесь следующая комната, она точно такого размера, как и предыдущая. Ну, в Лас-Вегасе очень жарко, поэтому всегда, ну, очень часто посыпают вот такой галькой, чтобы не сажать растения, потому что дорого за, ну, за воду платить, чтобы не платить за воду. Здесь еще одна кладовочка. И вот обратите внимание на полы. Это ламинированное покрытие под дерево. Похоже, прям как деревом сделано. Ну, очень красиво. Так, пройдем дальше. Здесь сразу направо комната laundry room, я не знаю, как по-русски это сказать, но здесь стирают. Здесь так тоже они красиво сделали, шкафчики вверху, шкафчики внизу. А здесь, пока мы не пришли, я вам покажу гараж. Здесь гараж на 2 машины, но так как дом новый, у них еще здесь немножко какая-то пила стоит, а тут краска, раковина, в общем, еще остатки от того, что они делали. Здесь следующая спальня. Эта спальня чуть побольше, наверное, 5 на 4 метра. Здесь привет. Здесь большая кладовочка. Вот раковина. Душевая комната. И вот смотрите, плитка. Кафельная плитка такая же, как на полу. Здесь они сделали такие же стены. И тоже полотенчики повесили. Очень даже аккуратненько, красиво. Здесь то же самое. Ничего нет за окном. Галька только. Ну, пройдемте дальше. Дом абсолютно новый. Его купили инвесторы. Ой, взяли инвесторы и постелили, ну, полы и сделали немножечко, улучшили, чем они купили. Они купили как бы модель, но она не была благоустроена, так как сейчас. Эта комната, она, скорее всего, как офис или библиотека. Ну, вот здесь так интересно, вот в этой комнате, знаете, двери. Называются французские двери. Такие стеклянные двери, я вам сейчас покажу, видите, такие стеклянные двери, вот так. Так, теперь дальше пойдем.
здесь туалетик. Туалетик, вы знаете, вот здесь вот пластиковая, пластмассовая плитка. Ну, очень красиво сделано. Вот посмотрите, она как-то вот так вот. Очень красиво. Прям от пола до потолка. И вот здесь стоит раковина, тоже симпатичная такая, модерновая. Пройдемте дальше. Здесь большой зал. Зал и кухня. Так, вот такая температура, то есть градусник новый. Очень, очень классно. Вот здесь так крутишь и делаешь градусы, сколько тебе нужно. Так, здесь вот тоже стену они сделали вот эту. Она тоже, это кафельная плитка. Только большая такая кафельная плитка серого цвета. Так, очень интересно получилось. Эти двери, я сейчас вам покажу, эти двери полностью открываются. Весь этот угол открывается. Так что если много пришло гостей, можно двери так открыть, и вот вам зал продлили. Так, здесь вот кухня. А, ну, вот так вот риэлторы раскладывают, значит, все эти флаерсы, листовочки, бумажечки, здесь вот которые дома поблизости, здесь регистрация, здесь карточки, бизнес-карточки, здесь вот такие же листовочки, какие на улице. Вот цена дома. И здесь вот можно посмотреть, здесь все в футах, так что имейте в виду, вот здесь 4 спальни, 4, ой, 2 ванны написано. Так, вот смотрите сами для себя, вот здесь вот жилая площадь 2629 квадратных футов. И полностью, вот здесь вот лад, вот я сейчас покажу, вот это вот называется, сейчас. Так, вот это лад, это территория, это как вот весь участок, это тоже 6970 квадратных футов, это территория всего, вот эта вся территория. Ну, мы приносим просто яблоки и водичку. Если кто-то хочет перекусить. Теперь здесь такой новый холодильник. Все здесь новое. Все новая плита, новые эти духовки. Все здесь новое. Это для вина. Холодильник, остужать вино. Здесь такая кладовочка, куда вот продукты складывать. И знаете, что интересно? Весь дом, когда охлаждается, здесь намного холоднее, потому что прямо вот в этой махонькой комнатке, вот, пожалуйста, здесь выход кондиционера сюда. Так что очень даже удобно, что продукты в холодке находятся. Ну, пойдем дальше. Здесь вот большая духовка. Вот это, по-моему, микроволновка. Да, это микроволновка. Не знаю, кто пользуется микроволновкой в наше время. Это вообще смерти подобно. Здесь они тоже так декорации поставили, чтобы было симпатично. Ну, пойдемте дальше. Здесь я вам покажу. Это мастер-спальня. Ну, это большая спальня. Спальня не такая уж и большая, если честно. Она, наверное, 5 на 5 метров. Совсем небольшая. Тут сразу дверь. Слайдовая дверь, выход на улицу. На улицу я вас возьму, ну, пойдем с другой стороны. Посмотрите, какие сегодня прекрасные облака. Для Лас-Вегаса облака — это просто фантастика. У нас всегда-всегда голубое небо. И когда у нас облака, это просто радость. Радость. А дождик — это вообще праздник. Так, здесь мастер душевая. Вот что в этом доме нету? Ванны, большой ванны. Ну, у них не поместилась тут ванна, они сделали тут огромную душевую, то что можно коня помыть, такая душевая. И вот обратите внимание опять, вот эта кафельная плитка, она огромная, большая прям такая кафельная плитка, и точно такая кафельная плитка здесь на стене полностью, от потолка до пола.
На полу, правда, другая кафельная плитка. И вот здесь, ну, так вот симпатично сделано. Тоже положили полотенчики, благоустроили так. Здесь тоже две раковины. Ну, пожалуйста. И большая кладовочка. Называется walk-in closet. Ну, заходишь вот тут вот и раскладываешь все, что тебе нужно. Так встроено. Ну, пойдемте дальше. Я вам хочу показать улицу. Как там во дворе они сделали симпатично. Гром гремит. У нас одна туча повиснет, уже гром гремит. Представляете? Так. И да, вот здесь вот, как эти двери, значит, открываются. Сейчас вам покажу. Очень-очень здорово. Вы знаете, у нас тут нет комаров. Поэтому можно вообще двери открывать, держать открытыми и не бояться, что комары или мухи позалетят. Вот смотрите, как они сделали. Вот здесь проведена газовая такая, как ее называют? Ну, газовая такая трубка, по ней газ проходит. И зажигают, может такой костер зажечь. И очень, очень здорово. Вот, пожалуйста, пришли гости, рассели здесь на диванчике, рассели здесь на этих полудиванчиках. И все отдыхают. Вот так вот двери открываются. Смотрите, как здорово. И все тебе видно. Или детки здесь играют. Все открыто, все видно. Одно только но здесь очень близко дорога. Центральная дорога. Ну, она не центральная, но все равно. Вот здесь вот дорога. Вот так. Но она совсем не загружена. Здесь очень мало есть машин, но все равно. И вот прям, если отсюда смотреть, прямо, куда вот я сейчас направляю камеру, там видно центр Лас-Вегаса. Так, здесь они сделали маленький такой огородик. Это дерево, по-моему, это яблоня. Я не знаю, что это за дерево. Я забыла. Так, вот здесь вот дерево лайм, деревце. Здесь они помидорки посадили, один кустик. Там что-то еще, а это лимонное дерево посадили. Вот, пожалуйста, вам барбекюшница. Хотите, тут жарьте, что вы там жарите. Это для мясоедов, наверное, больше. Вот такой вот домик. Воспользовалась моментом, пока нет никого, клиентов нету, воспользовалась моментом, чтобы вам показать. Ну, закрою двери, потому что жарко. Но здесь у нас жарко как бы 2 месяца, а в основном очень хорошая погода всегда. Очень будет как бы лучше, у комаров нету, благодать. Так что если вы хотите купить себе домик, инвестировать деньги, пожалуйста, в Лас-Вегас. Добро пожаловать в Лас-Вегас. Я вас жду на следующих видео. Буду вам рассказывать все про дома. Буду показывать, где мы ездим, как мы смотрим дома, какие цены, какие постройки новые проходят, что интересного в Лас-Вегасе строится или что происходит в Лас-Вегасе. Так что добро пожаловать на мой канал, подписывайтесь, всего хорошего. Если есть вопросы, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Пока-пока!